Ребят, всем привет! Я сегодня хочу вам рассказать про сумку Манфрото, которую я уже в одном обзоре показывал. Мне просто пишут люди и спрашивают, как она себя зарекомендовала. Я обещал месяца через 2-3, как похожу с ней, снять подробный обзор про нее. Вот. И как бы походил, минусов я не нашел в ней. Вот этот штативчик, да, я тоже там показывал, Манфрото, он, я думал, я его, помните, я рассказывал, что я взял для того, чтобы можно было бы его с собой вот сюда вот пристегивать, как бы, да, но я редко, на самом деле, как когда так делаю, ну, может быть, мне так, как бы, не нужно, да, по делу, другим кому-то понадобится. Но я в основном, вот если у меня полупустая сумка, он даже туда вовнутрь влезает, я вам сейчас покажу. Вот я только что пришел, я как бы, да, с улицы не по работе там ездил, но все равно я там практически всегда сейчас с собой фотоаппарат ношу, там кое-где иногда понадобится там снять, да, здесь вот эти вот застежки. В общем, я вам сейчас расскажу так вкратце о ней, ее плюсы, ее достоинства, минусов я в ней вообще не нашел, забегу вперед. В общем, смотрите, она по вместимости очень удобная. Большая оказалась сумка, все здесь вообще, вот реально здесь один карман, второй карман. Причем вот этот карман средний, он меня очень много выручал раз, в плане того, что, допустим, какие-то документы, да, там несешь ты, везешь, то можно просто его как бы вот сюда класть, и он здесь не помнется, документ. Я возил там, то есть у нотариуса документы серьезно оформлял, как бы вот сюда вот клал, приезжал домой, там, казалось бы, она там, сумка, я ее кидал в машине, и туда, и сюда, и ничего, сохраняется документ, все нормально. Очень, очень вещь такая вот, нужная вот этот отдел вот этот. Потом, большой плюс здесь вот этот широкий ремень. Он, во-первых, очень большой, то есть он, у него ход очень длинный, да, такой. Я сам высокий, как бы, мне вот ремешок нужен большой. И огромный плюс то, что он вот такой именно широкий, понимаете? Он как бы, когда мелкий, он переворачивается все время, там его распутывает, знаете, бывает вот такая вот каша, да? А этот ремень, он практически никогда вот в такую не заворачивается, он вот так, вот видите, да, как бы он так свободно. Во-первых, и во-вторых, когда он висит, он не так жмет. То есть он очень хорошо, видите, он как бы, когда на плече, вы представляете, да, и груз уже практически не замечается, она так очень легкая. И вот эта ручка тоже, она спасает иногда, когда нужно. Я вот машину сажусь все время с переднего сиденья на заднее, вот так перекидываю ее. Вот, большой плюс, я вначале там фотографии видели, я подошла она мне по цвету, под салон машины, да, я выузал там специально. Я хотел вам показать, что как бы вот эта расцветка, она мне подошла, во-первых, под машину, во-вторых, вообще я считаю, что черный цвет, там был еще черный, да, я говорил, черный цвет, он будет, наверное, мне кажется, если из такого материала, он будет более маркий в плане чего? В плане того, что ты, эта же сумка, она ходит, ходишь с ней везде, там трешься обо все, да, и когда черный цвет вот будет тереться, да, если вот его вот так вот поделаешь, вы представляете, да, это как, ну, грубо говоря, брюки там он погладишь без тряпки, да, и они блестят так. И то же самое, мне кажется, будет с этой. А это, видите, вот как бы, ну, нормально, не знаю, вот 3 месяца я уже с ней ходил, причем отстирывается все классно, если что-то там испачкаю, я вот здесь вот маленькая, я еще не стирал, да, вот здесь вот маленькая грязенка, вот за 3 месяца она у меня вот, вот вы видите вообще, да, то есть испачкалась только вот это вот кусочек, и то это я там случайно совершенно там получилось так, нечаянно пронесло. Вот, большой еще плюс какой, вот эти липучки, очень хорошие здесь липучки, когда, допустим, собираешься там дома, что-то раз напихал-напихал там, да, в сумку, спешишь, торопишься куда-то, нужно выбегать. То есть она у тебя вот так вот висит, да, на шее. Ты там взял что-то, раз, 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 и ее вот так вот просто раз, хлопаешь руками, и все. И она, видите, вот она, все, все, она закрыта. То есть вот эти липучки, они очень здорово держат. То есть можно даже вот на эти не застегивать, грубо говоря, да. Это большой плюс вот этих в липучках. Вот, потом вот эти вот, видите, вещи, про которые я говорил, тоже очень удобно в плане того, что если в транспорте где-то едешь, там нечаянно, да, там кто-то у тебя захочет что-то стащить из сумки, не получится и не вывалится, видите, здесь как бы там такой получается, да, стоп.
Вот. Еще плюс большой, вот эти вот кармашки, они мне все время выручают. Видите, здесь все время всякая всячина лежит. Вот, у меня там и очки я ношу, очечник большой такой. Кожаный, сейчас вам покажу. Ну вот здесь у меня, видите, то есть полно всего нагружено, как бы, да, вот этот аппарат вот в таком боксике. Причем он вообще здесь так прям здорово тусуется, прям вообще мягенький боксик такой, он в нем шикарно себя чувствует. И там, видите, еще отделенница вот это второе тоже спасает, сюда все время там зарядку положишь, там еще что-то. А когда камеру, вообще здесь вот эти два, сюда камера вот у меня Panasonic, я сейчас на нее снимаю, маленькая такая, и она сюда влезает, то есть рядышком и рядом микрофон. Когда фотоаппарата нету, я сюда вот камеру кладу и микрофончик. Роде такой микрофон у меня длинный, он сюда вот вставляется. Я вот так закрываю, кидаю. И причем, когда она вставляется, да, я беру, допустим, камеру и фотоаппарат, то у меня спокойно он влезает, вот эта камера влезает сюда, в этот боксик. Потом у меня еще маленькая сумочка. Я тоже вам показывал, вот такая вот была, да, и я до сих пор ее оставил, в плане того, что у меня теперь вообще прикольно получается. Я прям беру как бы... И одну, у меня одна в чехле получается, камера в чехле как бы, да, и еще плюс это. И влезают они сюда обе, то есть плюс еще там штатив лежит, видите, да, и сумка все это вмещает, и, грубо говоря, и закрывается, и носится, и нормально все, вот видите. То есть как бы, ну, вещь, реально вещь. Это я просто вам сейчас не стал, я вам сейчас покажу, у меня там много всего нагружено. Из-за... Вот очечник вниз, видите, упал. Тут что только нет там. Бумажники всякие. Ну, то есть, тут вообще полно. Сумка, видите, как бросал туда. Все, вот карандаш, кстати, очень классный. Если кто-то фотографией занимается, знает, да, вот. Такая вот, видите, я купил себе. Блин, ну, прям не пожалел. Такая кисточка. Это... А здесь, с другой стороны, видите, это... Протирать камеру там... Удобно, маленький глазочек вот эти. Вот, и у меня, видите, вот в кармашке здесь. И это лежит, там салфеточка лежит очищающая, да, и этот карандаш. Мелочевка всякая разная, то есть, ну, вообще удобно, реально удобно. У меня вот застегивается, видите, всякие там прибамбасики пристегнул. Они у меня здесь флешка, там еще ключик от коптера какой-то. Вот. Так она, вы видите, огромная. Реально огромная сумка, очень, блин, вот, честно, мне очень понравилось. Советую всем. Цвет бежевый берите, не бойтесь, прям не переживайте, что он будет марки там или еще что-то. Я тоже переживал, нифига не марки, и причем очень даже лучше всякого там черного, я вам говорю, вот честно. Если бы у меня была сейчас черная сумка, и уже давно бы она вот за это время, она бы уже просто стала бы, не знаю, затертая, такая грязная. Ну, на черном, поверьте, мне грязь больше заметна. Здесь вот эти карманы, они меня тоже вручают. Видите, я вам хотел показать просто. Вот очечник у меня здоровый такой, да? И он вот сюда вот влезает спокойно. То есть, если ты что-то забыл, там выходишь при входе, да? На тебя там кричат, там, давай бегом быстрее. И ты раз схватил, и тебе же не открывать сумку быстрее, да? А ты ее просто, ну, что-то забыл, сюда раз, засунул и пошел. И здесь такой же карман вот этот здоровый, он тоже выручает. Я все время сюда там, знаешь, ну, что-то забываешь, так побросал. А потом уже в машину сел, раз, и там уже можешь спокойно разложить, спокойно, в спокойной обстановке там уже все попрятать. В общем, отличная вещь. И еще плюс... Я раньше сильно забывал, ну, бывает такое, да, там где-то что-то забудешь туда-сюда, там потом ищешь. И у меня теперь, видите, я вам здесь показывал, здесь такой кармашек есть потайной. Вот в этой штуке есть карман, да, есть внутренний. Он, во-первых, большой плюс то, что он не промокает. Вот здесь вот эта вещь не промокает. И здесь еще мягенькая такая, она подпорка такая вообще вот. Ну, то есть он здесь защищен очень сильно, вот, грубо говоря, документ есть. У меня там паспорт. Вот. Я думал, здесь телефон, ну, в принципе, иногда тоже телефон сюда засовываю, но в основном у меня здесь лежит один документ, паспорт. И причем он у меня сейчас здесь так, видите, и его отсюда вытащить, если кто-то там в транспорте поедет, не дай бог, сумкой, да, там, из сумки там могут вытащить, то все. А из этой реально, вот, ну, просто вот вытащить, ну, не знаю. Если кто-то у вас захочет что-то вытащить, он, блин, намучается с ней. Паспорт просто не теряется отсюда. Тут фу, блин, ну вот реально, ребят, сейчас меня вот любой ночью разбудит, спросит просто, где паспорт? Я скажу, вот там в сумке, возьмите, прям посреди ночи. То есть, да я даже соображать не буду, сразу скажу, где у меня паспорт лежит. Видите, вот я вот
у вас на виду, вот я его засовываю, сколько уже, да, представляете, так же и высовываю, вот, все, он там, вообще, формат реально влезает сюда четко просто, видите, и все, и он у меня там теперь тусуется, он там не мнется, во-первых, не убивается, ничего, и не намокает, плюс. Ну, в общем, смотрите, я вот единственный вам еще большой плюс хочу сказать, что если брать, то берите быстрее, потому что Манфрот вообще, как бы, мне, не знаю, мне понравилось. И я снимал там обзорчики, если помните, кто-то смотрел про этот штатив Be-Free серии, такой маленький, он компакт, классный. И, в общем, я там сказал в ролике, что он 8900 стоит. И прошло буквально, там, я не знаю, недели две, мне парень там звонит, говорит, ты снял там 8900, а он уже, по-моему, не 8, где ты его брал за такую цену, типа. Я посмотрел, он уже в том магазине, вот я его видео убрал, он был 8900, и он уже там под 13, что-то 12 чем-то, короче. Ну вот реально, ну то есть если они смотрят, я так думаю, большие там торговые точки, да, если разбирается, товар хороший, там пользуется спросом, почему бы не заработать, да, они у него повышают цену, не понижают, а повышают, наоборот. Вот, так что, ну, берите, ребят, честно, вот не пожалеете, неубиваемая сумка вообще. И вот сейчас вот я собираюсь еще ее постирать, как бы сейчас я ее брошу, просто вот, мне кажется, прям вот так вот, ну, все, вытащу оттуда, да, вот эти железочки все снимаются, у меня здесь, видите, ключ от машины, там удобно очень, раз, я вот такой карабинчик здоровый повесил. Здесь вот это, он прям пригрелся здесь, все, я знаю, я говорю, здесь паспорт, а здесь ключ, все, уже от этой сумки уже никуда не, я даже забыл, у меня маленькая такая была, я, жена подарила, очень хорошая сумочка, она у меня до сих пор есть, кожаная, я с ней ходил раньше туда, документ, ну, понимаете, как бы, ну, вот даже взять с собой там что-то вот чайку, да, попить, в эту маленькую сумочку засовываешь, она вся распухнет там, стоит, ну, уже как-то никуда, лучше пускай побольше места, я вот теперь даже, когда не работаю, когда даже фотоаппарат с собой не таскаю, я все время беру даже вот эту сумку, я говорю, вот, даже плюс, смотрите, я вам сейчас покажу, вот, грубо говоря, у меня здесь всего сколько лежало, да, вот, смотрите, туда он просто, этот манфротовский штатив, вовнутрь, он прям влезает, и еще там просто места реально остается полно, то есть может опять ту же еще камеру положить, там вот так закрыть еще и пойти, видите, она компактно смотрится еще, потому что вот, сумка отличная, ребят, very good, beautiful, берите и не думайте, всем пока.